Свой профессиональный праздник терапевт Канан Масимов встречает на посту. Признается, что даже забыл о дате, ведь помогать людям, лечить их для нашего героя призвание, а не работа. Медицинский институт молодой доктор закончил недавно. В 2021 году пришел в Видновскую поликлинику, сначала трудился в паллиативной помощи, сейчас врач участковый. Врачи первичного звена, а именно врачи-терапевты участковые, это опора. Опора всей медицине в нашей большой необъятной родине. И именно здесь начинаются все основы, начиная от обычного терапевтического осмотра, диспансеризации, заканчивая непосредственно направлением к дальнейшему обследованию к узким специалистам. Терапевт – сотрудник разносторонний, которому необходимо разбираться во всех медицинских сферах, чтобы правильно выявлять причины недуга и направлять пациентов к узкопрофильным врачам. В этой работе большую роль играет умение находить с людьми общий язык. Каждый доктор отчасти психолог. Первое – надо пациентов уметь слушать. Второй момент – наводящими вопросами собирать, так скажем, пазл заболеваний. Люди обращаются к тебе за помощью, то есть у них есть определенная проблема, и в первую очередь они должны быть выслушанными, то есть дать непосредственно выговориться пациенту о всех своих заболеваниях, о том, что его беспокоит. И, соответственно, далее, как только лед тронулся, уже можно приступать к более подробным деталям анамнеза. Видновская поликлиника – одна из самых передовых в области. Здесь трудятся специалисты высокого класса. Ежедневно оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению, заботятся о нашем здоровье. Это люди, которые достойны уважения и благодарности. Благодарю всех. И, конечно, вот в здании такой замечательной поликлиники приятно и общаться, и приходить, и вот очень здорово. Поэтому всего доброго всем докторам, самим не болеть, ну и нас лечить. Канан Масимов уверен, любой врач должен нести позитивный настрой, который зачастую способствует выздоровлению пациентов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева, Видное ТВ.